Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем делать тыкву из пушистой проволоки. Папатыч вырастил ее в своем огороде. Для работы нам потребуется синильная проволока, 8 штук оранжевого, 1 зеленого и 2 коричневого цветов и ножницы. Берем все оранжевые проволоки, выравниваем по длине и сгибаем их все вместе пополам. В центр оранжевым проволоком вкладываем коричневую и зеленую. Совмещаем середины проволок всех цветов друг с другом. Отрезаем небольшой кусочек коричневой проволоки и обматываем его вокруг оранжевого, закрепляя все проволочки вместе. Отгибаем пушистые проволоки в стороны от центра, распределяем их так, чтобы получилась деталь, похожая на оранжевое солнышко с лучиками. Каждый лучик скручиваем спиралькой от краев к центру. Скручиваем лучики поочередно друг за другом. Формируем тыкву по кругу. Таким вот образом. В нижней части тыквы отрезаем длинные проволочки коричневого и зеленого цветов. Оставшиеся короткие кончики отгибаем в сторону. Сверху тыквы делаем спиральку усик из зеленой проволочки. Наматываем ее на карандаш и аккуратно снимаем спиральку. Коричневую проволоку сгибаем пополам и скручиваем две половинки друг с другом. Вот такую тыкву Копатыч вырастил в своем огороде. Ребята, а вы знаете, что тыква – это очень полезный овощ? Ее даже употребляют в пищу. А самое ценное в тыкве – это семена. Они укрепляют иммунитет, уменьшают боль, помогают заживлять раны, борются с воспалениями, укрепляют сердце и даже избавляют от депрессии. Копатыч собрал урожай тыквенных семян и позвал в гости Нюшу и Кроша и предложил им поиграть. Сначала потренируемся. Попробуем перенести семена тыквы из корзиночки в тарелочку при помощи пинцета. Ну что, получилось? А теперь усложним игру. Берем кубик, бросаем его, смотрим, сколько точек выпало на кубике и перекладываем из корзиночки на тарелку такое количество семян, которое соответствует выпавшим точкам на кубике. Для тех, кто постарше, берем 2 кубика, бросаем их оба сразу, складываем точки, выпавшие на кубиках, и перекладываем нужное количество семян из корзинки в тарелку. Ну что, получилось? В такие игры Копатыча вы можете поиграть с родителями или друзьями сами. До свидания, ребята! До новых встреч!